Одной из статей шатдауна, приносящих большие убытки, явилось закрытие национальных парков по всей стране. И вот сегодня власти Юты, не желая мириться с диктатом Вашингтона, открыли 5 природных заповедников за свои деньги. Соответствующий указ подписал губернатор Юты Гэри Херберт после того, как договорился об этом с Федеральным министерством внутренних дел. По этой договоренности власти Юты перечислят Национальной парковой службе США по 166 тысяч в день в течение 10 дней. Это позволяет им открыть 8 популярных национальных парков на территории штата. Как сказано в пресс-релизе офиса губернатора, такое решение было принято по причине того, что экономика многих сельских районов зависит от обслуживания заповедников, и местные жители не должны финансово страдать из-за кризиса в Вашингтоне. Из-за особенностей климата пик туристического сезона в Юте приходится как раз на осень. В обычные годы поступления в казну только в октябре составляют до 100 миллионов долларов.